Так, ну что? Надо посмотреть, что теперь изменится. О, что-то изменилось. О, пошли настоящие сердечки. Привет. Теперь можно писать. Это мой глупый телефон, видимо, взял и изолировал. Все, отдыхаем. О, ура, простите. Я три дня не мог выйти в перископ, почему-то ничего не происходило. Чат был ограничен. Я не знаю, как это случилось. Это, видно, природная тупость. Доброе утро. Ира, тебе привет большой. Привет. Привет из Минска. Да, у Иры фотосессия будет в пятницу, в следующую. Мы активно как раз заканчиваем фигуру мечты. Ну и, наверное, где-то дней через... Ну, мы заканчиваем видеопроект фигуры нашей мечты, и через неделю будет снята последняя серия, и мы выпустим 6 серий в эфир, где будет рассказано о том, как Ира набирала, как она все делала, будет показана ее операция, ну и, соответственно, те процессы, которые произошли после операции, как все сейчас меняется. Спасибо за все добрые комментарии. Тверь, привет. Сколько массажа один сеанс стоит, на который мы ходили? Он стоит дорого, в районе 3800, но на самом деле у нас там очень большая скидка, и у нас получается 1900 на человека. Привет с Магнитогорска. Передать, пожалуйста, привет Паше Федоренко из Омска. Передал. Любимая, давай, повторяем с этим весом и уйдем уже на взрослую штангу. На взрослую? На взрослую, на большую. А мануальная терапия или просто массаж? Нет, остеопат у меня хороший свой есть, а там просто был массаж. Также на 10. Салам из Кыргызстана. Да, я их не ставил, эти ограничения, я не знаю, как это произошло. Видимо, у меня, как обычно в нашем городе, не тыкался перископ, я куда-то дотыкался. Да, теперь можно мне писать. Я тоже был сильно удивлен, когда у меня не было ни одной сердечка, и никто мне не писал. Просто было обидно. Леня, привет тебе и тебе, Саш. Сколько часов в сутки мы спим? Мало. Мало, хотелось бы больше. На самом деле нормально, спим 7-7,5 часов. Ага, я ВКонтакте еще не прочитал все. Как часто силовые на базу? Да по-разному, по интуиции, раз в 10 дней, наверное. Привет из Томска. Передать Кристине из Магнитогорска. Сколько вес супруги? Сейчас 69, но мы должны уйти в 65. Что было на завтрак? Ничего, апельсины и две пачки БЦАшек, да. Так. Тебе привет большой. Привет. Привет Великому Новгороду, спасибо. Умничка. Отдыхаем. Так, какой мы возьмем гриф? Хочешь, что-то возьмем? Это да. А это пока отнесу. Да, давай. Утренний спортзал. У нас здесь так все тихонько, спокойненько. Закончила? Да. Все, спокойненько переодевайся и подходи ко мне, хорошо? Все, да. Любимый не стоит занятий? Нет, у нее есть план. Привет, Баку. Женщина, когда стремится к фотосессии, вы знаете, она вообще не устает. С кем у меня был секс? С женой? Где Аня? Аня будет через полчаса на тренировке, может быть, через час. Я есть хочу. Она есть хочет. Она все время хочет есть. Передать привет Валентине из Томска передаю. Саша по интернету консультирует? Да, консультирую. Обращайтесь, Женя Хайтович. Это администратор, соответственно, который занимается всеми моими консультациями. Он вам назначит время, все объяснит. И я уже, соответственно, вас буду консультировать либо по скайпу, либо голосовыми сообщениями по WhatsApp. Как БЦА принимаю? Постоянно принимаю 6-7 раз в день. Жена у меня работает? Конечно, работает. Работает и работает много. Она у меня коммерческий директор. Давай, хватай с той стороны штангу. Общаемся с Коковыми, переписываемся, но сейчас крайне мало. Я очень много работаю, да, все заняты, у всех очень насыщенная жизнь. Опа! Привет из Казахстана, клуб «Фитнес Палас». Саня, как грудные? Нормально грудные. Сейчас придет мой оператор, после того, как я тренирую Аню, и я начну снимать следующую серию «Как покачать грудные». А, кстати, у меня не Коковы, это ее мальчика. Да.
Это майка Лены Клоковой. Остопаты? Не знаю, у меня везде друзья, так что у нас с супругой все бесплатно. Медиагруппа развивается? Да, все развивается хорошо. Привет из Грузии, Грузия, спасибо. Какой протеин лучше? Не знаю, я протеин не пью, я пью БЦА уже давно, потому что даже самые хорошие сывороточные изоляты все-таки дают... Не знаю, пищеварительная система их неадекватно отрабатывает. Дорогая, поехали. Алма-Ата, привет. Сколько раз? 5-7, как пойдет. Ну, скорее всего, надо 7 стараться сделать. У меня такой первый раз. Да, ты красотка. Так, чуть шире берем хват. Да. Какой у меня жим? Жим у меня 170 максимум, больше я не жму. Так, ну давай. Локтями вверх. На массу лучше гейнер? Да, можно гейнер, а можно и просто углеводы добавлять к протеину. Как с женой познакомились? Да, познакомились в Питере. Как познакомились? Наверное, снимем передачу, потом расскажем. Так будет интересно. Нет, притрен не пью, меня и так нормально штырит. Привет из Архангельска. Удачи во всем. Спасибо огромное. Да, всех подсадили на штангу. Так, стараемся все-таки выпрыгивать с ней, не тянуть ее. Во сколько лет я пришел в качалку? Рано, наверное, в 11. Опа, молодцом. Что для суставов посоветую? Глюкозамин, хондротин. Мне очень нравился релиф от фирмы MHP. Комплекс у них был неплохой. Зачем рывок тренируем? Потому что это разнообразие. У нас в основном вообще нагрузка всегда идет на ноги и на попу. А это на самом деле дотренировывает вверх полностью все. И плечо, и спину, и трицепс. Давай, последний разок. А как раз самая настоящая работа начинается, когда приходит усталость. Как Коков учил? Ну... Димка, наверное, бы покритиковал меня, но тем не менее, да. Умничка, молодцом. Отдыхаем. Отдыхай. Еще подходик сделаем, и будешь молодец. Привет, чуваши. По какому поводу можешь на жену побурчать? Она все время не хочет спать, а я хочу. Но мы не часто ворчим друг на друга. Чем заменить приседания? Надо понять, почему вы заменяете приседания. Можно заменить жим ногами, но там нагрузка на поясничный отдел и на крестцовый еще выше. Привет из Волгограда. Так, ну что, у меня уже подходят следующие клиенты. Все, мальчики, девочки, всем огромное спасибо. Я надеюсь, что больше у меня не будет закрытого чата. В следующий раз я вам всем отвечу. Был рад всех видеть, слышать. Всем спасибо и до новых встреч. Все, пока. Всем хорошего дня тоже.